Беспечная формула, гармония формы и содержания. «Форма и образ» – название выставки Юрия Злоти, заслуженного художника России, скульптора, автора многих памятников, говорит само за себя. Десятки работ, скульптуры, графика с первых секунд приковывают внимание. Художнику на всяких этапах его творческого пути все-таки важно найти свой язык, и этот индивидуальный язык иногда утекает в сторону поиска формы. Вот. По мере взросления, по мере становления художник обретает смысл того, что он делает, и пытается усилить эту форму содержания. 21 произведение скульптуры и около 20 графика. Так довольно масштабно в Щелковском историко-краеведческом музее работы автора представлены впервые. Однако и ранее у щелковцев и гостей нашего города была возможность полюбоваться произведениями автора на одной из выставок, а именно проекта Фонда культурных инициатив Московской области «Святые защитники земли русской», который был представлен в июле прошлого года. Так родилась идея персональной выставки. Это житейское знакомство, которое принесло в такое красивое музейное выставочно-художественное сотрудничество. Спасибо вам, Юрий Викторович, что тогда не отказали, что помогли с экспозицией, что все так удачно вышло. Я считаю, что для нас это большая честь приветствоваться в этом прекрасном здании, в здании музея, с этой красивой, интересной выставкой. Я хочу пожелать всем приятно провести время. Это действительно замечательный музей. Мы объездили, наверное, больше половины Московской области, посмотрели все разных музеев были. А здесь, ну, действительно храм музейный. И мне хотелось бы вот сегодня такую приятную миссию выполнить, вручить благодарственные письма за помощь в реализации социального проекта «Святые защитники земли русской» в рамках гранта президента Российской Федерации, который проводился здесь, Богдана Наталья Владимировна. Спасибо вам огромное за то, что да. Ну и коллективу. На этот раз музей впервые открывает выставку для ценителей скульптуры. Эмоциональность, неординарные решения. Для художника важно передать свои ощущения. Сама же выставка рассчитана на взрослую публику. Возрастной ценз 14+. Выставка все-таки взрослая, подчеркну это. Безусловно, детям, которые обучаются в художественных школах, это тоже будет интересно и полезно посетить эту выставку, может быть, даже и моложе. Но выставка именно на подготовленного зрителя. Каждая из представленных работ заставляет остановиться, вглядеться в каждую деталь и задуматься. Ну а увидеть эту выставку может каждый до конца марта. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.